сегодня вам расскажу, как я монтирую видео для своего YouTube-канала. Сначала захожу в семью Газпром. Файл открыть. Вставляю свой интро. Допустим, я хочу посмотреть видео с музыкой, например, открыть рабочий стол. Поставляю любую музыку. Делаем это вот так. Чтобы хочу допустить изменения. Чтобы сохранить видео, нужно его сначала взять так, обозначить так, нажать визуализировать. Тут выводите папку, куда вы хотите сохранить видео, название видео, нажимаете рендер, и все, он рендерится. Вот. Лично я вот музыку, допустим, с ВК скачиваю. Через эту программу. Music 458. Ссылка в описании будет. Вот тут поиск музыки. Вот типа логин, пароль. Вот мои аудиозаписи. Аудиозаписи просто нажимаю. Раз. И музыка включается. Вот, в принципе. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч.